Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Юрий Пузыревский, и в этом видео я хочу поделиться с вами своим мнением о мотивирующей книге «Правило номер один. Никогда не быть номером два». О чем эта книга? Эта книга, прежде всего, история о том, как становилась жизнь сына эмигрантов в Америке. Да? Сам Дэн Мильштейн, он выходец из Советского Союза, и в возрасте 16 лет он оказался в Америке. В этой книге очень хорошо описана его история, с какими сложностями он столкнулся, как ему приходилось и учиться в школе, и работать в Макдональдсе, и одновременно еще изучать английский язык. В этой книге описано, как становилась его компания, которая называется Gold Star. В этой книге приведена просто невероятная масса историй. Дэн Мильштейн еще является хоккейным агентом, да, продвигает игроков в высшую лигу НХЛ. И в этой книге описано много историй его успехов, но также описаны и неудачи. И на самом деле, чем крута эта книга, ее можно просто прочитать как автобиографию классного, прикольного чувака, который многого в жизни добился. Можно прочитать ее как множество историй тех людей, которых описывает сам Дэн. Но на самом деле еще эту книгу после прочтения, это та книга, которую не стоит бросать на полку, потому что ее вот на какой бы страничке ее вы не откроете, вот у меня везде есть закладочки, и везде есть выделены такие цитатки, которые действительно являются хорошими мотиваторами. Вот есть хорошая цитата. «Вдохновляя окружающих, критиков в мире и так хватает». Ну, классная же цитата. Я на самом деле вот считаю, что такие цитаты, они действуют как убеждение. Если вы не хотите много работать над собой, купите эту книгу. Возьмите, выпишите все цитаты, которые в ней есть, и начинайте их потихоньку повторять, и они начнут в вас прорастать действительно, и будут двигать вас к успеху. Цель без плана – это всего лишь прихоть. Хорошее убеждение. Цель без плана – это всего лишь прихоть. Да, когда мы ставим цель, нужно обязательно иметь план. Если план не работает, меняем план, цель оставляем той же самой. Здесь есть очень классная цитата, которую я прям взял на вооружение. «Ставьте себе большие цели, по ним тяжелее промазать». Да, оно юморно, оно прикольно, но оно действительно работает. Поэтому эту книгу рекомендую как мотивационную, мотивирующую. Причем в эту книгу в любой момент я делаю, знаете как, когда на меня нападает какая-то хандра, там депресняшка. Я беру вот так, открываю любую страницу, ищу ближайшую цитату. «Не рассказывай людям о своих мечтах, лучше покажи дело». Ну, классная же цитата. Классная цитата, которая действительно мотивирует. Или просто открываем дальше любую. «Чтобы преуспеть в профессиональном и личном плане, тебе нужно изменить подход к жизни. Перестань быть приспособленцем, думай, как победить». И вот книга буквально пронизана вот такими вот цитатами. Поэтому 5 из 5, даже 5 с плюсом, как хорошая мотивационная книга. На этом у меня сегодня все. С вами был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Пока-пока.